Приветствую, дамы и господа. Давайте рассмотрим эфириум на октябрь месяц. Во всяком случае, сейчас вот такая клиническая картина у эфириума. Но если смотреть на дневке он начинает шевелиться. А месячный график, нас интересует месячный график. Что касаемо месячного графика, сейчас маленькая такая свечка, зеленая, но светилем вниз. Все-таки он что-то еще не умирает. Не умирает, но восстанавливается. Давайте посмотрим. Эфириум. Так, что у нас будет? В конце видео будет бонус небольшой держателям эфира. Сможете подзарядиться. Богатство. Эфириум. Октябрь месяц. Записываю. Манипуляции, фокус, снег такой будет, жонглер, маг. То есть из одних рук в какое-то отверстие будут эти деньги. Где-то черная такая лестница. Давайте еще одну посмотрим. Ну да, эфиры будут лежать как в банке. Это такое прочное положение у него будет. Советы советчики. Хорошие советы. Красная дорожка. Поход по красной дорожке как результат. Ну, неплохо, видите. Ну, в свете одобрения эфириум, это ETF на спотовый эфириум. ETF, да, по эфиру. Я не помню, кому одобрили, но не Кате одобрили. Это достаточно неплохо. Эфириум. Эфириум. Эфириум получите, распишитесь. Коза Малфея. Коза Малфея, это сам талисман идет уже. Рог изобилия, коза Малфея. Так что у эфира все будет нормально. И красная дорожка. И красная дорожка, и коза Малфея. О, чтобы не спугнуть удачу. Чтобы не спугнуть удачу. Давайте сейчас сугубо посмотрим. Два среза. Но здесь все-таки будет по одному срезу. Какой-то обман в родстве, работа в этот. О, отлично, отлично. На днище там будет богатый человек сидеть. Так, первый срез замечательный. Так, второй срез. Король, три единства, дама и сила. Днище, колесо удачи. Так. Здесь на одном срезе, в общем-то, от какого-то богатого человека будет какой-то обман. Обманная ситуация. То есть аккуратнее, какой-то кит, видимо, богатый человек, обладающий богатством. Здесь работа в команде, две тройки. Тройка пентаклей, монет и тройка чаш. Ликование по совместной какой-то работе в масонской луже. Шутка масонской луже. Эмоциональный такой будет, много эмоций по поводу работы, труда, то есть там майнинг или не майнинг. Но здесь вот он четко показывает картину майнинга. Ну и как апофеоз по силе будет очень большой потенциал. То есть потенциал будет поддержан силой. Неплохой. Колесо фортуны. Смотрим. Здесь у нас принципиально есть старший аркан. Это сила. Давайте посмотрим колесо фортуны, которое будет на дне по эфиру. Но, однако же, это будет тяжелый груз. Вот такой вот поворот колеса фортуны. Но в то же время и вознаграждение достойное. Десятка монет. Вот сколько монет. Силы рассматриваем. По силе будет очень много эмоциональных таких положительных то есть положительных эмоций много будет. Эмоционально такой взрыв будет. Ну, в положительную сторону. Ну, неплохо, неплохо. Во всяком случае, неплохо. Так. У эфира будет в октябре месяце достаточно неплохая ситуация. Благодарю за внимание. Всех благ. Сейчас будет предоставлен вам такой талисман на богатство от меня лично, с божеством богатства.